Петунии, якія учора убрали с центральных вулиц Гомеля, зараз находятся под наглядом супрацоўнікаў предприемства «Червоны гвоздик». Нагадаем, металлічныя конструкции с площади Ленина и сквера имя Хромыки демонтовали, каб зберагчы от пошкоджванняў. Подчас массовых беспарадков люди зломали каля 200 горшков и раслин. Кіраўніцтва города приняло решение часово убрать вертикальное озеленение с площади Ленина. Гараджане, якія с початку лета радовались рознакаляровым кветкам, со шкадаванням рэагавалі на такую навіну. Аднак зеляніцелі супакойваюць, канструкцыі прывядуць у нармальны стан і вернуць на ранейшае месца да дня горада. Значит, мы іх привезли для того, чтобы обрезать отцвевшие соцветия, подкормить, где нужно добавить земли, обработать. И они будут до заморозков дальше у нас радовать наш город своим цветением. На доглядание у «Червоных гвоздик» привезли 76 металличных стоек, на каждой из яких по 144 кашпо с кветками. Это каля 11 тысяч петуний.